смотрят дизель миллионы глаз. От восторга каждый раз ставят лайк. И так будет еще много раз. Потому что мы тренд, а не хайп. Шоу все вокруг наполняет любовью, теплотою и красотою, позитивом и добротой. Так давайте вместе шепса, шепса, чтобы все вокруг им пейка, пейка. Обещаем сделать чирап, чирап и смешок. По старинке спросим масса, масса. Обещаем сделать мейкап, мейкап. А быть может даже шейкап, шейкап. Maybe now. Дорогие друзья, добрый вечер, наши любимые зрители! Мы так соскучились по вам за это лето! Спасибо вам большое, что вы все собрались в этом зале! Привет, братва! Всем, всем здоровья! Шировитаем! Всем привет от Беларуса! Пусть радость наполнит ваши сердца! Да. Приветики! Самые обалденные зрители во всем мире! Здрасте! Это сейчас что было? Это сейчас кто-то на жабу наступил? Что за... Здрасте! Юля, я не понял, тебе не нравится наш зритель, что ли? Нравится. Но только я не хочу его обманывать, как это делаете вы. Подожди, сейчас не понял. Это что за предъява? Мы никогда не обманывали зрителей. Мы рады каждому и всем по отдельности. Да. Что это сейчас за розовая песня была? Будем с вами навсегда. Что это было? Это вы сейчас соврали или угрожали, а? Нет, ну лично я со зрителем до конца. Мы тоже. Состарюсь и буду выступать в доме престарелых. Правильно, бабка. Да. Так ты и сейчас со своей бабкой можешь там выступать. Нет, ну... Юлечка, я, конечно, прошу прощения. Да? Я понимаю, что ты в нашем шоу недавно, в отличие от Мисс Дизель Шоу. Вау! Спасибо, спасибо. Но мне кажется, что ты немножечко перегибаешь. Понимаешь, в нашем шоу все по-честному. Да? Да. Тогда скажи мне честно, как ты попала в это шоу? Господи, я с продюсером переспала. А кто продюсер, а? С кем переспать? Да мой продюсер дома с нашим сыном. Ну, Олег, он же продюсер группы ТИК. И вот он с ребятами договорился. Ага. И я, кстати, также сюда попал. Ты тоже переспал с продюсером? Я с ребятами договорился, вот. Да. А уже потом переспал с продюсером. Ну, потому что я так с ребятами договорился. Короче, вы поняли, я ни хрена не умею договариваться, на переговоры меня не отправляйте. Вот, поэтому я вам не верю. И зритель вам тоже скоро не будет верить. Вы все врете! Шут ты сказала! Капец тебе, Юлька. О,
первое брехло. Ты 6 лет обещаешь сделать грудь. И где? Да, мне тоже интересно, кстати. Так, я сделала! Вот! Где? Вот насколько у тебя денег хватило, настолько сделала! Ёп! Мужики, не экономьте на этом деле. А ты, Саша, вообще брехло. Кто? Я? Чего это вдруг? Ты каждый раз предлагаешь залу выпить. И ни разу он же с вами не выпил, да? А может, кто-то хочет? Есть желающие? Ну, смотри. Ну, кому потом в эфире нужны вот эти пьяные рожи? Ну... Вот, слышали? Пьяные морды. Правда начинает вылазить, так сказать. А не вот это вот мы так любим, мы по вам соскучились, наши бусинки. А вы знаете, что дизель-шоу – шоу для всех, да? Да. А вы цены на билеты видели? Так для этого же есть балкон. Балкон? Да. Саша, а ты хоть раз там сидел, а? Там же нужно подзорную трубу или бинокль выдавать, чтоб люди их увидели. Вот поверь мне, с балкона вас с Егором очень хорошо видно. Да? Хорошо, пошутил. А еще вы поете под фонограмму. Что? Когда такое было? Ну, не знаю, как остальные, но я пою вживую. Послушай. Цветы роняют лепестки на песок. Никто не знает, как мой путь одинок. Живу без ласки, боль свою затая. Ну, убедилась? Всегда быть в маске. Ваня! Судьба моя. Красавчик. Евгений Сморигин. Он же примерный отец 3 детей. Да, молодец. Да. Тоже все вранье. Вы же даже не знали и не подозревали, что у него 10 еще в Белоруссии осталось-то. Юля, сколько раз тебе говорить? Это был хор. Я был руководителем детского хора. Ой, неважно. Да, я вообще не понимаю, Юлька, тебя какая зеленая муха укусила? Я за правду. Я 3-й концерт с вами, а я так больше не могу. Вы говорите, что вы аполитичное шоу. Да. Но у вас через раз шуточки про Зеленского так и проскакивает. Да ладно, Юль, ну мы же по-доброму, без обид. Ну. По-доброму и без обид сейчас в квартале шутят. Вы либо его сейчас нормально поливайте, либо не трогайте. А то человек же смотрит, ждет, надеется. Вы рассказываете, что Украина такая красивая, хорошая. Да. Ну да. А я единственная, кто отпуск в Украине провела. Mm-hmm. Не на Мальдивах, не в Италии. Не с Кози. И не в Египте, Евгений. И даже не на Шри-Ланке, Виктория Булитка. Так мы специально туда поехали, чтобы убедиться, что там плохо, а у нас в родной Украине хорошо! Молодец, сейчас выкрутилась. Ты вообще молчи. Вот сколько можно эти слухи продлевать, а? Что вы с Сашей пара. Я ж пока к вам не пришла, тоже так думала. Ну вот, ты убедилась, что это все неправда. Конечно, неправда. Как можно быть парой с Александром Бережком, если ты живешь с Евгением Сморигиным? Что, вообще больная, что ли? Юля. У меня жена в зале сидит. Вот, отличный повод, передай ей привет. Привет, Лида. Привет, Лида. Ты-то что, привет? А Маруся? А, все-таки вспомнила обо мне? Ну,
удиви, чем это я обманываю зрителя? Ты себя в зеркало видела? Ну не может мать четверых детей выглядеть так офигительно! Это правда. Я вот только про беременность только подумала, а у меня уже плюс 25 кг. Юль, ну чего ты наезжаешь на Марусь? Вот у меня тоже трое детей. Ну по тебе-то видно. Да ничего не видно, все нормально. А этот красавчик. Юль, ну не начинай. Не ты, уйди отсюда. Вот ты вечно бабника из себя строит. А чё? Проблемы какие-то? Какие проблемы? Я чё, не баба, а? Чё ты со мной не строишь? Ну, давай! Юль, так может, ты не в его вкусе? А ты прекраснейший Аполлон. Юль, ну не начинай. Да отвали ты отсюда! Вечно строишь из себя молодого, продвинутого. А я и есть? Молодой и продвинутый. Ага. Ты даже в ТикТоке не зарегистрирован. Михаил Поплавский и тот моложе и продвинутый тебя. Не стыдно? Юля, послушай меня. Я считаю, что негоже, не идет красивой, симпатичной, обаятельной, классной девушке вообще ругаться и произносить плохие слова. Да. Ты же сладкий синнабончик. Ты должна радовать. Понимаешь? Спасибо. Так приятно. Ну вот видишь, приятно. Да. Значит, иногда можно и соврать. То есть ты сейчас соврал? Но на самом деле соврали мы зрителю лишь однажды, когда сказали, что ты в нашем шоу надолго. Егорушка, ну чё ты? А чё ты? Ну я тебя люблю. О, да, конечно. Тебя люблю, тебя люблю, тебя люблю, тебя люблю, тебя хочу. Вас люблю. Любит она. Ну я же... Ребят, ну я же пошутила. Ага. Ну чё вы? Мы тоже пошутили, Юль. Ты у нас ненадолго. А... Навсегда! Хватит! Хорошим, добрым, замечательным, честным, вечным нашим Дизель-шоу! Веселимся и всех веселим. Заправим, настроим, сольем, зарядим. Садитесь удобнее перед экраном. Со всей семьей на любимом диване. Нас женщины любят, мужчины и дети. Мы самое доброе шоу на свете. Третього та 4 грудня чекаємо всіх у Палаці Україна на зимових концертах Дизель-шоу. Ого! 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 З нами ви точно повірите у новорічне диво.